В Нижегородской области очень много красивых городов, сел, деревень и поселков. И везде живут яркие и талантливые люди. Но всех нас объединяет удивительный город, которому в уходящем году исполнилось 800 лет. Сегодня это промышленный, культурный, духовный центр. Столица закатов, а еще новогодняя столица России. Давайте немного замедлимся в предпраздничной спешке и посмотрим на наш любимый город. Символом Нижнего в эти дни станет снежинка. В ней вся красота, сила и уникальность природы. Снежинки всегда разные, не похожие одна на другую. Я желаю каждому из нас оставаться самим собой, уникальным, особенным, исключительным. С Новым годом! Особенно приятно это время, потому что Нижний объявлен новогодней столицей России. Я хочу пожелать вам мира и согласия. Ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. С Новым годом! С наступающим!